Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Викторию, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. Хорошо. И на счет три я даю команду. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел Виктории. Пространство над головой, под ногами. Начинает сканировать все семь тонких тел Виктории. Находит все. Кто-то мимикрирует? Да, у нас бес, ящер, дракон. Еще кто-то есть? Канал стоит. Угу. Дракон, еще один канал стоит. И эта сущность не выходит, да? Влад, сожги голограмму лазером на счет три. На гуманоида похож. Отлично. И гуманоид получает удар. 200 тысяч герц удар. Он говорит, 200 тысяч герц много. А 2 миллиона не хочешь? Говоришь, что ты дырково мне сделаешь. Это и есть цель моего воздействия на тебя. Ты что думал, ты в цирк попал? И здесь клоуны сидят, которые будут ждать, пока ты проявишься. Ты что, не понимаешь, куда ты попал? Нет, он не понимает. Не понимает. Ну, это твоя проблема. Я тебе сегодня объясню. У тебя останется масса воспоминаний. И я даю команду, значит, три. Выстраивая от этого гуманоида сейчас канал ко всем остальным возможным подключкам. 1, 2, 3. Те, кто к нему подключены из других сущностей, притягиваются в эту клетку, заказчики, и становятся ее заложниками. Да будет так, а так и есть. С ней конкретно никто не связан. Картинка идет, какое-то помещение, и там... Там есть рептилоиды, игры с установкой, помещение коммерческое, не квартира. Фирма. Фирма или квартира? Не квартира. Не квартира, хорошо. Так, у нас там ящер находится, снимаются все маски и голограммы. Если это голограмма, она сжигается на месте сил моего намерения. Если нет, ящер проявляется. Он проявился сразу. Хорошо, ящер. Он установил установку. Эту установку было видно сразу. Просто хорошо, не поняла, ящер. Чья она. Угу. Ящер, а что ты установил установку? Кто тебе разрешал? Ну, знаешь, где у него на бедрах. Хорошо. И угу. Итак, ящер, кто тебе разрешал устанавливать установку в ее биополе? Говоришь, что мне так легче соединиться. С кем? С ней. В общем, это установка. Так, ты отвечаешь или нет? У меня времени на тебя нет. Он говорит, что тебе бесполезно. Тебя бесполезно обманывать. Обманом зашел. Кем ты предстал перед ней? Знаки разные ей показывал, которые она приняла за положительные. Как долго ты находился в ее биополе? 6 лет. 6 лет. Связано ли это с какими-то посвящениями, в какие-то эзотерические учения? Не в голове. Я еще раз говорю, что у него много идей в голове. Идей в голове. Хорошо. Дракон какого цвета? Красный или синий? Красный. Красный. Цифры над головой, Верочка? 328. 328. Как дракон, как долго ты находился в ее биополе? 2 года. Каким обманом ты зашел туда? На какое-то учение или на какой-то поиск? Или как ты? Как это было? Рассказывай. Он показывает, свет от нее шел какой-то. Она куда-то поднималась или она просто где-то находилась? От и ты увидел? Нее шел свет из головы. Его заинтересовало это. Так и зашел. Понятно. Защит никаких не было, я понимаю. Для тебя это легкая игра, конечно, войти в такое биополе без защит. Правильно? Защит не было и сама слабая была. Благодарю за ответ. И без, считай цифры над головой. Без 8. 8-герцовый без. Как долго ты находился в этом биополе и на какую частоту ты зашел? Покажи ситуацию. Без дома. Без зашел в квартире? Ха, понятно. Скажи, без, в квартире есть порталы?
Сколько ты знаешь, вернее, сколько порталов тебе в квартире известно? Три. Три портала. Хорошо, я говорил Виктории, надо чистить квартиру. Ты подтвердил. Как долго ты сидел в этом биополе? Пять. Месяцев, лет? Чего? Пять лет. Пять лет. И что, так уютно тебе там чувствовалось или как? Да, уютно. Понятно. Биополе, он квартиру показывает. Он квартиру показывает, я понял. Он выходит, заходит, то есть ему там уютно. Если он притянулся, значит, он носочки на ней оставил, правильно, бес? Оставил. Понятно. Одеялко в квартире есть? Конечно. А другие... И не одно. И не одно даже. Скажи, а другие обитатели есть в квартире? Там животные, например? Или люди? На кого-то еще один? Энергии показывает. Энергии только. Энергии, которые он кушает. А где, как они генерируются, эти энергии? Твоим одеялком? И то, что ты разбросал там комочками? Я вижу под кроватью твои комочки. И только. А чем еще? Медицинский какой-то запах. Медицинский запах, таблетки. Хорошо, бес, еще у меня один к тебе вопрос будет. И я тебе за эти вопросы потом отдам лярвы, которые находятся в биополе. Есть космические в квартире? Не знает. Не знает. Не видел там рептилоидов, драконов, греев, установок всяких на стенах? Нет, но он не интересовался этим. Понятно, хорошо. Лярвы есть на теле? Да, есть. Где? Низ живота. Низ и живота. Поясница. И поясница. Хорошо, когда я дам команду выйти и вытащить все, что ты оставил, доложишь мне, после этого я тебе дам отдельную команду забрать эти лярвы. Все понятно? А остаться нельзя? Без. Посмотри на меня. Вот я похож на кого-то, кто шутит. Ну ладно, ладно. Итак, гуманоид, как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. 7 лет, да. Как ты вошел в ее биополе? Кем ты представился? Помощником. Из какого мира? Духовный мир? Духов. Ангельский? Духовный мир. Понятно. Что ты пообещал ей? Защиту. А ты ей развитие. Дал? Развитие. Развитие и защиту. Хорошо. И какое развитие ты ей дал? Идеи подкидывал. Пустые. Видения. Пустые, правильно? Она ловила. Гуманоид, давай договоримся так. Если я тебе задаю вопрос, и ты мне отвечаешь абстрактно, я начинаю нервничать. Если я начинаю нервничать, у тебя начнет что-то болеть. Поэтому, если я тебя спрашиваю конкретный вопрос, какие идеи ты ей давал, ты должен ей сказать не разные, а пустые идеи. 80% твоих идей были пустые. Только так ты мог эту всю энергию собирать. Но точно она так... этим жила, анализировала. Слышишь, я тебе сейчас задаю... А я собирал. Тебе... Правильно. Кто ей подкидывал эти идеи? Ты? Да. Хорошо. Генерировал. Генерировал эти идеи. Сколько в процентах из 100 пустых было идей? Говорит, что чем-то они все-таки помогали, занимали ее ум. У меня такое ощущение, что мои ответы, то, что я говорю, до тебя не доходят, гуманоид, да? Это не было частью моего вопроса. Доходят или не доходит до нее что-то? Тебе показать серьезно сейчас силу моего намерения, что я с тобой могу сделать, чтобы вызвать у тебя ответную реакцию, говорить мне правду и отвечать по существу? Он говорит, что я 7 лет занимал ее разными идеями. Как же я могу сказать, что они были пустые, если она их развивала дальше и жила ими? Конечно, ты не можешь этого сказать. Она эти идеи смогла применить в жизнь. Что-то ее до сих пор волнует. Волнует, безусловно, но не помогает. Защиты ты ей не дал, как ты ей обещал. Ты ей подкинул кучу идей. Давайте теперь сделаем следующее. Я вам объявляю программу. Вы все обнаружены. Сейчас... По воле излияния Виктории происходит чистка биополя. И мы сейчас отдадим вам все темные энергии, которые вы ей дали. После этого заберем все светлые энергии. После этого я попрошу каждого выйти, вытащить все, что он оставил в биополе. После этого мы пройдем проверку. Все, кто проходит проверку, уходят на свою чистоту. Если кто-то обманет, он уже никуда не уйдет. Всем понятна процедура? Да. Хорошо.
Надеюсь, пройдет без стрессов, и никто не будет мешать. И я даю команду тонкой копии Виктории спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственность за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в ее биополе. Ждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия. Энергии всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Ей вот эта установка очень мешает, ящер, который сделал. Хорошо, снять ее. Угу. И я даю команду на счет 3. Эта установка ящера снимается. 1, 2, 3. Выходит из ее биополя без болезни и отправляется в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть. Но ее деформирует. Ящер, это деформирует человека. У тебя есть какое-то оправдание? Он говорит, что это хорошо работает на забор энергии. Отлично. А как ты смотришь на такое, что я установлю это на тебя и попробую, как оно работает на тебя? Не нужно этого делать. Почему ты так думаешь? Почему? Дай мне хоть один довод, почему этого не нужно делать. Почему ты ее считаешь за свою батарейку и еще деформируешь ее на физическом плане? Из всех интерферентов, я смотрю, ты больше всего нанес ей вреда. Ты не считаешь, что логическим будет получить всю эту боль назад, а? Знаешь, к нему идет какая-то желто-оранжевая такая энергия. Он бил по животу и по низу живота, да? Но это нет, не чакрально, это какая-то энергия ложного света. Ага, вот как. Хорошо. Усиливаем потоки в 100 раз. До последнего микрона все назад. Готово. Хорошо. Так, и устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Виктория забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. 1, 2, 3. Пошла энергия по каналам, божественная, чистая. Все, что не похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Виктория себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Потоки усиливаются в 100 раз. До последнего микрона все забираем светлое свое по праву. Гуманоид, скажи мне, а какой вред ты наносил на физическом плане ее биороботу? То, что ящер делал, я вижу. Вот ты. Или ты только отсасывал энергию? Да, вот он по чакрам бил. Фиолетовое, синее, голубое забирал. Из 100% энергии какой процент ты забирал у нее? 40. 40. Хорошо, ты с Сириуса? Да. Ловец душ, эмоций, ловец чего? Нет. Сам по себе? Сбор энергии. Сбор энергии. Дальше ты ее потребляешь или перепродаешь? Гуманоид, я тебе говорю серьезно, я все знаю. Лучше отвечай на мои вопросы. Но он опять показывает вот эту установку рептилоида, через которую он ее пропускает. Так там еще реп... А, в квартире, которая реп находится? Нет, это не квартира, а коммерческая, еще раз говорю. Хорошо. Виктория, у вас где-то там в вашем офисе, где вы работаете, очень такая нехорошая вещь установлена, которая настроена на отток энергии. Обратите внимание на это. Мы чистим и квартиры, и офисы, если вам это нужно. Иначе просто, я не знаю, честно говоря, одного мы уберем, а второй придет там-то в офис и остался. Мы же его не вытащили. Он показывает, что туда другие люди приходят. Поэтому там стоит установка. Я вижу, установка, она всех сканирует практически, у каждого забирает и туда заходит энергия. Что-то над дверями. Закончился, да? Да. Хорошо. Так, хорошо. Биэс, я прошу тебя сейчас выйти, вытащить все, что ты оставил в ее биополе. Покажи, где что было. И доложи мне о готовности к проверке. У меня как варежки. Красный снимает. Мы знаем эту фишку. С ног снимает. Кольфики. Готов. Хорошо, Биэс, я тебе разрешаю снять лярвы. Все снимай, ничего не забывай. И возвращайся в клетку. Дракон, а сколько ты процентов из 100 забирал у нее? 30. Биэс закончил. Я даю команду сейчас выйти дракону красному и вытащить все, что он оставил в биополе. Все платы, все подключки. Он все снимает аккуратненько, не повредив биополе. Тонкие тела. Красный дракон выходит, достает все, что он оставил, все свои платы. Гуманоидам не надо выходить, они могут так вытащить. А в горле у нее, горло и ниже дальше какие-то стоит у него что-то. В глаза ничего не вставлял дракон?
Там гуманоид выше. Угу, хорошо. Снял. Так, гуманоид, я даю команду, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Один, два, три. Кто ей в глаза что-то установил? Он снял с нее шапочку с проводками. Шапочку с проводками. И у нас остался ящер. Ящер, я даю команду, вытаскивай все, что мы еще не вытащили из биополя. Она отключает эту конструкцию. Она у нас в клетке стоит. Да, но она подключена. Подключена, хорошо. Готово. Хорошо, и значит, три, я выстраиваю канал от Виктории к этой подключке ящера, к этой конструкции. Один, два, три. И на счет три забираю все чистые, светлые энергии, частички ее души. Все, что находится на чистоте Виктории от этой подключки, летит назад через этот канал. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Много энергия идет светлая, на ангельскую похожая. А, вот что он воровал. Яркая. Понятно, ящер, понятно. Виктория плачет. Не надо плакать, все хорошо. И не таких встречали. Она пустая. Понятно, все высосали. Братья Карамазовы. Она хорошо. Говорит, мой совет вернулся. Сейчас мы больше вернем. Не беспокойтесь, Виктория. Скажешь мне, когда это все закончится. Закончилось. Хорошо, все. Так, и я подхожу сейчас к Виктории. Кладу руки на плечи, помогаю ей. Стоп. Даю ей 100% энергии из моей собственной энергии. Пошла энергия. Виктория получает 100% энергии. До комфортного уровня. Поднимаю ей вибрации. Готово. Хорошо. Я подхожу к Виктории, кладу руки на плечи и помогаю ей совершить импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь. Значит, три, все каналы от интерферентов. Один, два, три. Пошел удар. Сжигает все каналы. Отлетают, превращается в пепел. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. И улетают эти каналы в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. И, значит, три, я даю команду на рассинхронизацию всех энергий и вибраций с чистот Виктории, с бесом, ящером, драконом и гуманоидом. Значит, три, один, два, три. До 100%. Вот гуманоид говорит, что это рассинхронизация с земными энергиями. То есть? То есть они синхронизированы с земными энергиями. Mm-hmm. В качестве Виктории. И вот эта синхронизация, она больше с земными энергиями происходит, чтобы они снова к Виктории не притянулись и могли легко уйти. Для этого я и делаю эту рассинхронизацию. Он тебя просто поправляет, что это земные энергии, хорошо, которыми они должны рассинхронизироваться. Интерферент, вы синхронизированы с земными энергиями. И на этом основании вы с ней синхронизированы. Да. А какое Виктория имеет отношение к земным энергиям? Вы находитесь в матрице Земли, у вас, конечно, будет какая-то синхронизация. Вот с этим и надо рассинхронизироваться. То есть как, рассинхронизация идет, но он тебе говорит, что они рассинхронизируются не только с ней, но и с матрицей Земли, с земными энергиями. Готово. Все, рассинхронизация закончилась. Хорошо, будем потихонечку отпускать. Итак, бес, ты готов уходить больше в это... А, нет, стоп. Открывается, значит, три портал по часовой стрелке в квартиру. Один, два, три. И я даю команду. Все, что находится на чистоте беса в этой квартире, в квартире Виктории, одеялки, все комочки, все вот это красное, значит, три, начинает лететь через этот канал в его клетку, значит, три. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Все на чистоте беса. Вылетает из квартиры, летит в клетку, тюрьму по каналу. Готово. Закрываем портал, опечатаем, растворяем. Много вылетел? Много. Хорошо, бес. Я надеюсь, ты понял, что... Тебе будет опасно приходить в эту квартиру, потому что первый раз я еще более-менее дружелюбно. Но второй раз, когда я встречаюсь, лучше не рассчитывай на это. Поэтому найди себе новое место обитания. Не возвращайся, даже если все порталы открыты, я в один момент приду
и сожгу эти порталы со всеми, те, кто там находится. Вот такая опасность существует. Я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Да, он понял. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, все, что в клетке его, и уходит на свою частоту безболезненно, забывая дорогу назад, закрывая печать и растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Красный дракон, я жду от тебя слова красного дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Дает слово красного дракона. Хорошо, благодарю. И открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона. 1, 2, 3. И красный дракон забирает все, что он с собой принес, уходит на свою чистоту, забывая дорогу назад. Закрывая печатаю, растворяя. Есть. Хорошо. Так, гуманоид у нас остался. И ящер. Гуманоид, какие твои дальнейшие действия? Он говорит, что... Я так понял, на свою частоту я попадаю. Это да. Я спрашиваю, ты собираешься опять прийти в биополе Виктории и встретиться со мной? В ее биополе нет. Значит, в ее биополе ты больше не приходишь? Нет. Хорошо. И я даю команду, значит, открывается портал против часовой стрелки. 1, 2, 3 на частоте гуманоида. Гуманоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, забывая дорогу назад, закрывая печатаю, растворяя. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли, выйди, пожалуйста, на связь. Я приветствую тебя, Ли. Будь любезна, посмотри, пожалуйста, у нас здесь ящер, который установил конструкцию, которая деформировала физический биоробот. Я не могу сейчас определить, какую степень ущерба он нанес человеку, но, судя по отсеку интерферентов, он забирал больше всех. Заберут вместе с конструкцией. Хорошо. То. Отлично. И включаем сейчас высоковибрационные фиолетовые лучи, вытесняем за пределы нашей комнаты всю эту чужеродную энергию от интерферентов. Оставляем лучи включенные. Хорошо, поехали дальше. Отлично. Подсоедини тонкую копию Виктории к источнику высоковибрационной чистой энергии, которую Виктория получает во время сна. Запроси биополе, сколько энергии нужно Виктории и какая частота вибрации. 400. И? 26. И на счет 3 в макушку головы Виктории начинает входить 7 высоковибрационных потоков по 400% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли по 400% каждый. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота ее вибрации поднимается до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо. Запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Вот этот свет, который она вернула. Да. Ну вот он сейчас активировался, как зажег внутри в нее искру какую-то. Все энергии по чакрам прошли, открылись. Вот было ж у меня предчувствие, и она как проснулась. Что этого дракона надо было за это отправить, потому что это он реально... Ну ничего, сейчас в полиции ему объяснят. Хорошо, поехали это дальше. Ящер. Это ящер был, не дракон. Ящер. Ой, Вера, я тебя прошу. Большая разница. Создаем... Она, это да. И ангел, крылышки поднялись у нее сейчас. Хорошо, работаем дальше. Пусть тонкая копия Виктории вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 800. Вот это ангел. И поднимаем до и уровень эмоционального состояния тонкой копии Виктории до значения 800 Гц. Пошел подъем. На нее радость, удовольствие, спокойствие. Все, что они украли. Уверенность. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Она сияет, она руки показывает свои, не сияет энергией. Как вы себя чувствуете, Виктория?
Она говорит, все, что вы сказали, уже уверенно себя чувствую. Свободно. Отлично. Хорошо. Мы закончили чистку. У нас остались 10 вопросов к куратору. И я приглашаю к нам в комнату диагностики, делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Виктории. Куратор или учитель Виктории, пожалуйста, придите к нам в комнату диагностики. Это ангел, женщина. Мы приветствуем куратора или учителя Виктории. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. И, пожалуйста, представьтесь, как нам обращаться к вам. Элеонора к вашим услугам или просто Эля? Эля. Эля. Вон, отличное имя, красивое имя. Мы приветствуем вас, уважаемая Эля, в нашей комнате диагностики. Сегодня мы по воле излияния Виктории проводили ее чистку. Вы таки достучались до нее. Мы вытащили 4 сущности, но я думаю, вы в курсе, что мы там вытащили. Вот они... Ее сильно ей повредили, дракона мы даже отдали в полицию, ящера отдали в полицию, потому что конструкция та же на физическом уровне ей там полностью перегибала, давая ей боли. Сейчас этого всего нет. После чистки мы ее заправили энергиями, она расправила свои крылышки, мы их увидели, уже знали, с кем мы встретимся. И уважаемая Элеонора, Виктория выразила свое желание 10 вопросов задать своему куратору. Ну, у ангелов это друзья. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Пока ты говорил, они взялись за руки, они знают друг друга, они рады встрече. И она пропустила эту энергию ангельскую, да? И она, Виктория, она ее прочувствовала. Угу. Отлично. Хорошо, тогда мы будем начинать с вопросами. Она ее прочувствовала, она как наслаждается, глаза закрыла, и вот эти энергии она их в себе держит и вспоминает, насколько прекрасны они. И, она, и вот эта Элеонора, она говорит, что я отвечу на вопросы, если время как-то пришло. Помогут. Хорошо. Она и так все знает. Я понимаю, уважаемая Эля, так и есть. Обычно мы просто... просим или ищем какого-то подтверждения нашим собственным мыслям и чувствам. Итак, я с радостью приветствую своего куратора, пишет она. Первый вопрос. Я очень люблю летать. Откуда у меня это чувство полета? Раньше во сне я часто летала и получала такое удовольствие. Кто я и откуда я? С какой миссией я пришла на Землю? Верно ли я иду по земному пути? Здесь много вопросов. Давайте тогда остановимся как-то. Я просил по одному вопросу. Давайте начнем тогда. Ангельская душа. Ангельская душа с 8 уровня. Восьмой ангельский, а какой у нее высшее я? 12. 12 уровень. Довольно развитая душа. С какой миссией она пришла на Землю? Здесь понятно. Все ангелы приходят с одной миссией. Дарить свет. Ну и, соответственно, решать свои кармические вопросы. Если есть какие-то поправки, будьте любезны, пожалуйста, уважаемая Эля, или у нее есть какая-то миссия. Ты все правильно сказал. Миссия – нести свет. Все. Светить. Верно ли я иду по своему земному пути? Это на ваше усмотрение. Как вы хотите? Наверное, верно, раз ты здесь. Конечно, так и есть. Благодарю вас. Переходим ко второму вопросу. Какой мой уровень? Понятно, уровень моего высшего я и мой уровень, это мы уже обсудили. Сколько кармических узлов прошла? Сколько осталось? Дело в том, что ты пока задаешь вопрос, они между собой еще общаются, и она говорит, что я там помню все. Но мне еще много надо вспомнить. То есть они еще между собой разговаривают. Хорошо. Мне медленнее говорить? Нет, все не общаются. Итак, что там было вопрос? Сколько кармических узлов прошла, сколько осталось? Прошло 3, осталось 2, всего 5. Так и есть, благодарю вас. Можно следующий вопрос переходить?
Да, конечно. В 2013 году, на мой день рождения, я получила шоковый визит. После праздничного обеда, когда все разошлись, мне на кухне в умывальнике появился уж, который в недоумении, плавно вращая головой, разглядывал все вокруг. Я в ужасе выбежала за помощью к соседям по площадке. Через несколько секунд ничего и никого не было. С какой вестью приходила эта гостья в кавычках и что это вообще означало? Подходы к ангельской энергии. В виде ужа? Почему ты удивляешься? Все хотят чистоты. Стоп. Подход низковибрационных к ангельской энергии. Я правильно понимаю? Да. Потому что сейчас в ответе звучало так, как будто это ангелы так подходят. Я этому, безусловно, не удивляюсь, потому что мы каждый день второй встречаемся с такими ситуациями. Вот. Это был действительно материализация низковибрационных сущностей для подхода к ангельской энергии. Правильно я понимаю? Правильно. Хорошо. Благодарю, уважаемая Эля. Четвертый вопрос. У меня очень чуткий сон и какая-то тонкая грань между сном и реальностью. Лет 10 назад я во сне явно чувствовала и видела, как мне в голову вдалбливали какое-то устройство. Район челюсти и нос. Я все слышала. А 4 года назад, после смерти моего отца, я очень любила его. Последние его дни у меня были очень сильные нагрузки. Во сне я явно слышала и ощутила, как со мной кто-то работает и расширяет мои кости, мою грудную клетку. Для чего все это делалось и какая у меня связь с отцом? Это два разных события. Но связи с отцом нет, у каждого свой путь. Я просто смотрю, когда у нас здесь ящер пришел 6 лет назад. И 5 лет назад пришел бес. Гуманоид 7 лет сидел. Не связано ли это как-то? Установка могла устанавливаться по частям. Ящером, по частям. И она это чувствовала, ощущала на себе, да? Да. Виктория, это были интерференты. С отцом здесь, с этой ситуацией отцом связи никакой нет. Единственное, какая связь была, это я могу сказать сразу. Когда у вас была эта ситуация, вы понизили вибрации. На этих вибрациях низким им очень легко входить в вас. Когда у нас траур, у них праздник. Они входят в нас на пониженные вибрации, устанавливают, что они хотят. Это была такая ситуация. Эля, поправьте меня, пожалуйста. Я могу лишь только добавить, продюсируя родственников. Они также входят, играя на эмоциях и любви. Родственники, да? Интерференты, показывая родственников. Я не совсем Например, понял. Во сне. Вы имеете в виду голограммы? Ну да. Ну, конечно. Да, я объясню Виктории. Виктория, интерференты всегда показывают себя в образе умерших ваших родителей, или, например, там, знакомых, или тех, кого нет, или святых, или ангелов, в зависимости от того, на какую волну вы настроены, для того, чтобы легче войти в вас. Они неплохие психологи. Жалость. Жалость. Это как раз чистота, которую... Любовь. Да. К родственникам. Да. Они могут говорить на... их голосом. Вот так вот даже. Хорошо. Если мы здесь закончили, я могу переходить к пятому вопросу. Или вы хотели добавить что-то? Переходим дальше. Мне очень близка тема Атлантиды. С чем это связано? Ну, она смеется, она говорит, что Атлантида, по-моему, всем близка. Связана с тем, что воплощение было. На Атлантиде, да? Я не оставила. Во время Атлантиды. Во время Атлантиды. У нас даже на Земле точно и не знают, когда она перестала существовать, Атлантида. Какая-то закрытая информация. Вот. То есть мы практически не сможем даже сказать, сколько тысяч лет назад это было, да? Она жила. Я лишь могу сказать, что раньше, чем вы думаете. Но если вы так говорите, тогда у меня получается от 500 до 800 лет. Я не буду нарушать цикл вашей истории. Хорошо. Вы знаете, уважаемая Эля, у нас нету цикла официальной истории. Моим учителем является Архангел Ханиил. Я общался с ним по этому поводу, и он мне сказал, что нет такой возможности, чтобы вся информация о мироздании, как это все было, вот эти все пазлы собрать. Потому что эти пазлы частично уже даже не существуют.
Вот. Я это спрашиваю не из праздного интереса. Мне, безусловно, было бы интересно понять эту всю систему мироздания. Но я понимаю, что я ее в этой жизни земной никогда не смогу полностью увидеть. Частично по закрытой информации, которую нам нельзя знать. Частично по информации, которая у нас распространяется. Потому что у нас, я думаю, 70% ложной информации на Земле. Поэтому вот такая вот проблема. Люди хотят знать правду, но не получается. Это все интересно, но ты живешь здесь и сейчас. Займись сегодняшними проблемами. Я ими и занимаюсь, но, конечно, бы хотелось узнать за Атлантиду. Благодарю вас. Хорошо, уважаемая Эля. Я перехожу дальше. Не будем нарушать законы. Никаких проблем. Шестой вопрос. Кем я была в прошлой моей жизни? Что хорошего сделала? Опишите яркие моменты и значимые моменты жизни. Я полагаю, здесь речь идет о ее земной жизни. Была врачом. Какая страна? Какие года? 1870-е. Это Америка. Женщина? Женщина. Замужем? Лечила дети? Много. Удачно? Людей. Удачно. Доброта присутствовала. Обычный ангел на работе. Поехали дальше. Что хорошего она сделала? Вы сказали, она была врачом и много чего хорошего сделала. Яркие моменты и значимые моменты в жизни. Вы знаете какие-нибудь из ее жизни? Это был обмен энергиями. Благодарные люди. А, вот как. Это и было значимо. То есть она... Ценности другие у ангела. Безусловно. Благодарю вас. Что меня связывает с Францией? Меня очень тянет туда, как что-то родное и близкое. Это связь с одной из прошлых жизней или что-то другое? Ты жила во Франции. А в какие года? Это, наверное, до 1870. 1560. Это осталось воспоминанием, потому что программа не была завершена. Была мужчиной. Был убит до завершения программы. Все понятно. Понятно. Поэтому это как отзывается в ней, да? Что-то доделать. Может быть, именно так это? Следующий вопрос. Были ли мы знакомы с моим мужем в прошлых жизнях? Кем приходились друг к другу? И какая задача на это воплощение? Верно мы ли движемся? Она дописала, но не хочу вам этот вопрос задавать, потому что вы все равно на него не ответите. У вас было воплощение, оно не на Земле. Верно ли вы движетесь, знаете только вы. Я это имел в виду. Вы находитесь много времени вместе, а это уже результат того, что вы двигаетесь в правильном направлении и много можете сделать вместе. Отвечает а строить дальнейшие планы, это зависит от вас. Как далеко вы хотите идти. Благодарю вас, уважаемая Эля. Девятый вопрос. У меня с моей старшей сестрой когда-то были очень близкие и доверительные отношения. Она была моим духовным учителем и другом. Но 7 лет назад, опять же, после моего дня рождения, я получила такой большой удар в спину от нее, что наши отношения окончательно разорвались. Я долго не могла ей простить обид и грязи, которые она вылила на меня. Только со временем отошла от этой душевной раны, окрепла и простила ее. Это был какой-то кармический узел у меня с сестрой или что-то другое? Ты сама ответила на свой вопрос. Только хотел сказать. Твой учитель. Назови это кармическим узлом или же уроком жизни, который пригодится. И у меня остался последний, десятый вопрос. Я чувствую много подсказок и знаков, которые меня сопровождают. Чувствую, что ведут, охраняют и защищают в очень сложных ситуациях, особенно с мамой. Правильно ли я применяю свою методику? Молитву с фиолетовым пламенем для очищения, лечения и исцеления мамы и людей. Как можно связываться со своим учителем и куратором? Это уже она перескочила на какой-то 12 или 20 вопрос уже. Хорошо, давайте остановимся на этом. Насчет знаков и подсказок. Безусловно, они ее сопровождают, или не правда?
как и каждого безусловно, ангела. Они сопровождают. Но лечение вытянуло из тебя все силы. Ты делаешь правильную методику, но незащищенную. Все, что тебе нужно сделать, это научиться защищать себя и свои энергии, которые ты отдаешь. Она, наверное, допускает ошибку, когда она отдает собственную свою энергию, опустошая себя. Она должна быть каналом для передачи этих энергий. Совершенно верно. Защищенным каналом. Она может любовь заложить в эту энергию свою, но энергия не должна быть ее личной, которая ей для жизни ее дана. Личная энергия должна быть очень сильная и сильное намерение, которое обжигает интерферентов. Иначе у нее будет целый букет своих похитителей энергий. Да, мы сегодня уже вытащили таких похитителей. Одного же, я же говорю, забрала даже межгалактическая полиция этого ящера-паразита. Я бы ей рекомендовал связаться, установить контакт со своим куратором для... Добро пожаловать. Того, чтобы вы ей объяснили, как это безопасно делать. Потому что это не делается за один день. Требуется и работа над собой, и надо опять-таки... Мое имя ты знаешь, как выставлять канал, знаешь. Я добавлю к слову канал, еще защищенный канал. И снаружи, и изнутри. Это очень важно. Для Виктории я говорю. И первый, кто ответит, это будет ваш куратор, Виктория. Я с безграничной любовью благодарю всех моих учителей, кураторов, помощников, Веру и Влада, все светлые высшие силы за помощь и поддержку, за то, что вы меня ведете, направляете и исцеляете. Я всем, всем благодарю. Благодарю, благодарю. Свет и любовь дарю. Дарю, дарю. Это ее последние, так сказать, заключительные слова. Мы закончили, уважаемая Эля. Они смеются, она говорит, что я здесь могу тебе это сказать. То же самое. Отлично. Уважаемая Эля, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Всем ангелам, всем учителям, всем кураторам, которые сюда приходят, мы всегда делаем подарок. Я не знаю, жили вы когда-то на Земле или нет, хотите ли вы получить какой-то в подарок мыслеформу, но у нас есть такой универсальный подарок, называется корзинка с самыми вкусными ягодами на Земле. Единственный, к сожалению, продукт, который остался чистым, экологически, полон витамин. Другие цивилизации называют ее это медициной. Позволите ли вам, чтобы мы вам этот подарок преподнесли? Или вы хотели что-то особенное? Нам было бы очень приятно вам сделать подарок. В знак благодарности за вашу помощь сегодня. Я с радостью приму. Отлично, Верочка. Я уверен, что у Эли очень много друзей. И давай сделаем сейчас двойную большую такую корзинку. И пусть она будет на колесиках, чтобы ей легче было это все отвезти. 1, 2, 3. Самые вкусные ягоды, которые есть на Земле. Большая корзина появляется. Великолепный запах. Я наполню вашу комнату свежими ангельскими энергиями. Благодарим вас. И чистотой. Благодарю вас. Чистоты нам действительно не хватает. Благодарю вас за встречу. Я знаю, что мы скоро свяжемся. Только хотел сказать, я не прощаюсь с вами, я уверен, что мы с вами скоро встретимся. И вы уже ответили, Эля, так и сделаем. Привет ангельскому миру. Мы не прощаемся, мы говорим до скорых встреч. До скорых встреч. Всего вам доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо. Виктория, как вы себя чувствуете? Она в эйфории. Она говорит, я в эйфории, я благодарю вас. Во благо. Хорошо. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Виктории в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план, синхронизируется, гармонизируется. Она улыбается, она двигает крыльями, обнимает себя ими, расправляет, показывает мне. Квартира у нее, правда, не чищена, и там еще на работе установка. Давай, Вера, сделаем ей сейчас на счет 3 дополнительно энергетическую многослойную защиту абсолюта. 1, 2, 3. Да будет так, а так и есть. Готово. Как оболочка выглядит? Как золотой дождь вокруг нее.
Замечательно. Туда, кто уже точно никто не войдет. Хорошо. И мы рассинхронизируемся с Викторией. И на счет три поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Да, я на месте. Thank you.